Конечно, буллинг не уничтожит даже Сократу, но можно изучить и предупредить. Этим мы и займемся. Что такое буллинг? Уже всем знакомое понятие. Это агрессия на одного из членов коллектива, обычно учебного. Между буллингом и травлей можно ставить знак «равно». Жертвой может быть любой участник коллектива, даже преподаватель. Причины буллинга предлагаются в ассортименте: воспитание, окружающая среда, социальная иерархия, месть, чувство неприязни, самоутверждение. Личную роль играет общее равнодушие коллектива. Когда нам есть чем увлекаться вместе, сама возможность в агрессию в сторону слабых отпадает как просто ненужная. Когда в классе или группе волк, буллинг невероятно будет. Прямся по видам. Физические, побои, дергание за волосы и другие места, запирание в кабинете или туалете. Психические, угрозы, насмешки, оскорбления, в общем все, что можно представить при слове буллинг. Экономический, порча вещей и кражей. Кибербуллинг, съемка и публикация интернет-фото и видео, а также интернет-травля. Последствия буллинга. Буллинг может плохо влиять на развитие и социализацию тех, кто в него вмешан. Но как именно? Жертвы буллинга испытывают сложности с успеваемостью, апатию, головные боли, проявляют депрессию и более низкую самооценку, страдают от тревожности и одиночества. Приступим к главному – профилактика и искоренение. Определимся с тем, что жертва буллинга не хокаге и не имеет особых физических или моральных способностей, чтобы противостоять агрессору. Так что тайные техники вроде игнорирования, остроумных ответов и прочих аффирмаций не помогут жертве. Есть всего два верных варианта, как прекратить издевательство. Запрос о помощи у родителей или преподавателей. Кто-то из них не останется равнодушным, последний выход, который надо обдумывать. Переход в другую школу или колледж. Мало кто знает, что будет в новом коллективе, но возможность уйти из плохого – хорошая возможность. И хорошая возможность закончить видео. Спасибо за просмотр.